где-то... Ангелина, кого? Родственница. Мы на львенке. Вообще, гамадрилы, которые у нас от Казники, это не редкость. В истории зоопарка «Сказка», да и парка «Тайган» уже много было случаев, когда мы успевали забрать малышей, которых бросили непутевые самки гамадрилов. Ну, некоторых не успеваем забирать, и они, конечно, умирают. И долго мать носит труп, не отдает, таскает на себе материнский инстинкт. И вообще тогда забрать уже и она страдает, и люди это видят. Вот поэтому стараемся своевременно, конечно, забирать, если малыш не получает молоко, ухода. Ну, вот одна такая фотография с тигренком в зоопарке «Сказка», правда, подвыгоревшая такая, но тем не менее. Это тоже гамадриленыш? Тоже гамадриленыш, да, такой же, как Люська. Ну, в основном, помню, мальчики у нас были. Люська, как Люська, Люська. Да. Ангелина, вон как раз ты можешь поливать. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп. На асфальт. Да. Ой. Да, красиво. Скажи, мальчики, скажи, а я девочка. Красивая такая, да. В основном были мальчики. Вот, а девочки редко бывают. Не кричи. Не кричи. Все хорошо. Скажи, вы любите мальчиков? Воды боишься, да? Боишься воды? Да, не любит. Боишься воды. Боишься воды. А вот каких вы больше всего обезьян любите? И почему? Ну, обезьяны все интересные, но просто человекообразные обезьяны, они, конечно, там, Люся, извини, при всем уважении, но ума побольше. Ну вот, поэтому ничего личного, только факты. Вот, поэтому, конечно, орангутанги, конечно, шимпанзе, конечно, гориллы, вот, которые, ну, они по интеллекту практически схожи с большинством людей, всего две пары хромосом отличают их по биологическому составу от человека, поэтому это незначительно. У нас у людей, у некоторых, я даже у чиновников вижу, по 15-20 хромосом не хватает, они как-то прекрасно существуют. Вы знаете, у них вообще, все же у них одна извилина в голове, ну вот, и они как-то вот, твердолобые такие, существуют, знаешь. Я всегда говорю, за то время, что некоторые чиновники находятся у власти, уже можно... обезьяну научить, так сказать, всем премудростям руководства. Тем более там сложного ничего нет. Читай постанову и озвучивай, понимаешь? Вот, руководи. И нажимай на кнопку. И нажимай на кнопку, говори умные вещи и все. Вот. Там же делать ничего не надо, там только языком, понимаешь? Вот, вот. И закадечку свою ставить с умным видом. А Люська слушает, она учится. Ну, надо, понимаешь, как тебе сказать... Опыт, он приходит с годами, Люська, с годами, и мудрость приходит, Люська, с годами, вот, ну, иногда с возрастом приходит только болезнь, вот, мудрость не ко всем приходит. Ты хочешь взять, да, поливать? Ну, смотри, хочешь ну, поливать. Поливай, возьми шланг, поливай. Вот, так что. А какие не нравятся? Не нравятся? И почему? Ну, не нравится, не нравится, не люблю макаков, свинохвостов, например, вот, агрессивные очень, да. Скажи, я не свинохвост, да? Нет, ты не свинохвост, ты свиномор. Спать. А сколько ее отделяет хромосом от человека? Ну, я думаю, что... Так, чтобы тебя не обидеть, Лисико, но штук 15 не достает, к бабке не ходи, понимаешь? Причем, ничего, истерикой доберет. Правда? Я же скажу, женщина. Поэтому истерики мне простительные. Да, поэтому, нет. Как бы все мартышки интересные. Ну, вот. У нас немного маленьких вот каких-то, да, видов, там, сальмириков каких-то. Ну, то, что было доступно при Украине привезти с Южной Америки, то и мы приобрели. Вот, потому что были еще возможности африканских привезти, талапоиндов, там, ну, зеленых у нас есть группа. Вот, а так, японские есть хорошая группа, размножающаяся. Вот, ну, так, да.
Очень красивые из Мадагаскара. Лемуры. Лемуры, конечно, павианы. Не мешай, бабушка. Вот. Конечно, павианы, гамадрилы. Очень любимые. О, да иди, поливай, иди. Ты же не можешь без работы. Иди, тебе же разрешили поливать. Я? Насколько сейчас тяжело приобрести вот обезьяноподобных всяких? Практически невозможно, потому что все крупные партии обезьян находятся в европейских зоопарках, за границей. Вот, либо из природы то, что по квотам вылавливается. Вот, и это, конечно, вот, смотри, смотри, поливает. Смотри, маленькая девочка поливает. Вот, да, да. Смотри. Ой-ой-ой. Люсико. Цветочная фея ты наша, Люся. Водичка, да, Люся? Скажи, водичку я не люблю. Хотя мне казалось, что все обезьяны... Ой, хвостом. Опусти. Ты же обезьяна, ты должна не бояться высоты. Она уже стала лазить. Ее на сухо научила. Да. Скажи, я не обезьяна, я звезда. кипиш. Все, темнеет. Все? Надо работать. Ангелюш, полила? Помогла? Да. Давай, дядя Льву. Пошли тигров проведаем. Ангелина сегодня одела футболку, как Машенька и медведь, и ведет себя соответственно, да, Ангелюша? Пошли, найдем еще приключения. Сейчас я тебе дам зеркальце, давай.